Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня я хотела вам показать свои хои. Хои у меня всего 4 сорта. Но вот такие вот красавицы. Не могу не похвалиться, не показать их вам. Ну и показываю еще потому, что я их хочу уже черенковать. Вот посмотрите, какая вот эта вот. Вот она. Она у меня на окне висит. Вот, вот такой вот цепочечки. Здесь вот видите. Крючочек, и она висит. Я ей сделала вот такую вот подставочку. Вот. И посмотрите, как она уже ее наклонила вперед. Вот так вот вытянула. Я боюсь, что она уже скоро у меня перевернется. Очень тяжелая, очень такая, знаете, тяжелая прямо. И вот ничего не выдерживает. Тут вот видите, я уже ее привязала. Даже вот этот, ну, потому что его никак вот не загнуть, и он висит. Ну вот, короче, я ее буду уже резать. Я не сказала, наверное, это хоя австралийская Лиза. Заговорилась и не сказала. Вот такие листья красивые, шикарные. Летом у нее они окрашиваются аж на вот такие вот, знаете, розово-красными. Вот сейчас вот солнышка нету, и она как-то не такая вот красивая. А когда на солнышке окрашиваются листики даже. Вот такие вот, смотрите, усищи вот выпустила, вот они. Усы. У меня вот их две. Вот одна такая. И вот такая. Я их когда купила, их было... Ну, от одной, короче, я тут отщипнула от большой и укоренила вот эту. Это вот так тоже висит на окошке у меня она. Это не очень большая. Ну, не цвели, не знаю. Вот такой тоже хвостик. Мне нравится вот у нее листья очень такие, ну, как всегда, у хой жесткие такие. Вот, как цветет, не видела еще. Ждала, но придется, наверное, вот эту большую мне порезать, постричь на череночки. Вот. Так, ну, другую я... Christmas Queen называется. Вот такая вот тоже пестролистная. Тоже она у меня на окне вот так вот висит. Висит на окошке. А вот, вот этот крючочек вот зацепился аж на там за окно. И вот так вот она у меня вот таким вот макаром вот. Очень длинная. И почему-то вот эти вот листья белые. Я боюсь их обрезать, то что я боюсь, что обрежу, и будет это тогда... Ну, она белые листья обычно как бы парафита нету, и они пропадают. Ну, вот не знаю, что мне с этим хвостиком вот так вот делать. Но на окошке он красиво так висит, беленький. Ну, вот на самом деле вот такие вот у нее листики тоже. Варигатность такая красивая. Тоже не это, вот видите, здесь белый, розовый даже листик. Тоже не цвела, не знаю, пока не цвела. Ну и последнее, это называется кентиана варигатная. Вот такие вот листья. Вот. Очень жесткие, очень такие тоже. Тоже не цвела. Тоже хочу ее уже, наверное, порежу маленько. Ну, вот такие вот у меня хоечки, красавицы. Буду ждать их цветения. Вот у меня их 4. Две лизы австралийских и вот этих варигатных тоже. Очень красивые хоечки. Ну вот, хочу дождаться все-таки
цветение. Как они цветут на самом деле. До этого у меня была самая простая хвоя, очень простая. Ну, а теперь вот такие вот красавицы. Ну, на сегодня все. Вот такой маленький обзорчик по хвостушке, про хвоечки. Вот. Буду черенковать, когда сниму видео, как я это делаю, как укореняю. А на сегодня все. Всем пока-пока. До скорых встреч.